трагедия и трагичность восточной музыки, она не настолько вот, финальна, как трагедия западная. То есть западная трагедия – это конец и все, и обрыв. Японская – нет. Особый культ вот этой красоты, основой которой является действительно вот этот буддийское и мировоззрение, и мировоззрение их традиционных религий, так связанных с шаманизмом, не предполагает вот именно трагического конца. Это растворение в природе, да, и это растворение в красоте. Очень вот эта эстетика-поэтика, которой практически нет в Европе, это эстетизированная смерть, красивая, который своей красотой не продолжает жизнь, как бы, да, то есть она удивительна, как опыт, да, опыт жизни есть, и существует вхождение в опыт жизни, существует вхождение в опыт смерти, и вот эта высокая красота, красота высокой трагедии, растворение в природе, в мире, приобщение к цельности мира, она, конечно, удивительна, и для японской культуры она, наверное, не имеет аналогов.
Thank you.